Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые ваши вопросы. И мои контакты для записи на личную консультацию внизу под видео, в описании. А сейчас, девочки, вы не догадаетесь, что произойдет очень скоро. А очень скоро произойдет решение каких-то ваших вопросов и задач, которые тянутся из прошлого. Это могут быть затянувшиеся судебные разбирательства, юридические вопросы, которые не решены, вопросы по алиментам, вопросы по поводу долгов, кредитов, любых документов, в том числе оформление вида на жительство, виз, паспортов, ну и любых договоров, сделок, контрактов. Вот. И это, то есть, если затянувшиеся какие-то судебные разбирательства, то решатся очень неожиданным для вас образом. Действительно, самое главное, что решатся, то есть, тянется, и вдруг вот в ближайшее время прям все решится, то есть, конкретное решение будет. Вот. Решение, скорее всего, в вашу пользу будет по отшельнику, да. А вот, да, и начнется у вас другая жизнь. Ну, а кого-то ждет, если вы оформляете документы, к примеру, или собираетесь оформить документы, связанные с переездом, да, то вас наконец-то будут, наконец-то ждет этот самый переезд или поездка после оформления документов, естественно. А также улучшение в финансовой сфере. Но если это касается каких-то денег, кредитов, алиментов, да, то есть, или каких-то других, может быть, выплат.